В Тюрингульском, Чердаклинском, Ульяновском, Майнском и Сенгелеевском районах образовались крупные свалки из-за неряшливости местных жителей. Всего 10 свалок по области зафиксировали сотрудники регионального Россельхознадзора в 2023 году. На 2 гектарах земли был разбросан бытовой и строительный мусор, который уже убран с территорий сельскохозяйственного назначения. Виновных в захламлении найти непросто, но материалы по преступлению направлены в Ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия соответствующих мер.